Здравствуйте. Мы опять в Новом Пушкино. Сегодня где-то середина апреля, 14-е. Хочу зайти в магазин чизок. Продуктовый такой. Вот стройдвор. Здесь чижик. Вроде. Сахар есть. Я купил тут цыпленка. Фарм за 120 себе там. Ну, покупка. Если интересно, ставьте на паузу кадр и увидите. Извините, делал запись, быстро возил, да, особенно камеры, ну, бывает. Цены немножко подешевле, чем везде. Магазин считается для малоимущих. Вот тут такие дома, площадки. Снега уже ведь не видно. Ну, повторяюсь, очень хороший район в смысле обеспечения. Там магазин Верный. Там за этим домом еще пятерочка. Тут школа видно. Это детский сад, школа. Подходим сюда. Спасибо за просмотр. С весной мира и добра. Это вот там, как она называется, вообще окно это, ФЦ. Там река с деревьями. Вот наши собачки. Бонни и Ланка. 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 Ланка дремит. Бонни смотрит. Ладно. Тут вот Рыся. Это вот солнце светит сегодня. Вот это вот маркиза. Что? Во.